Он приехал в отпуск в своей поместье, находившейся по соседству деревни Марьи Гавриловны. По героизму Великой Отечественной войне занимает первое место. Осетины, особенно Южная Осетина. Да. С топором. Ну, в следующий раз обязательно пойдем на поклонку. Я на случай на тебе стою, конечно. Просто время. Мне большая, конечно, еще радость. Мне сейчас вот где-то позвонил мне супруг моей сестры родной. Он мне осетин. Наша маленькая земля. Приезжали сюда с премьеры, был фильм. Да, мы помним. Я заодно посмотрел.